Ребят, я вам сейчас грустную историю расскажу. Это уже почти 500-й бой на этом танке. Мне уже скоро две засечки надули. Хомяк уже давно открыт. Глаз дергается, сука, бомбит уже, кресло сгорит скоро нахер. Я не могу мастера взять на нем. Вот реально, что только не делал. Вот сейчас я реально психанул. Я засунул, блин, половину барабанов голды. Да сейчас поеду на дамаг. Вот у меня других вариантов уже нету. Я не знаю, что с ним делать. Его надо продать. А без мастера я продать не могу. Пробуем. Думаю, наконец. Ух, еще и с отличием выполнен. Телочку дали, танкистку. Чертежик дали, сержант Нина Мальцева. Секундочку. Первой степени, блять! За 4200 урона? Ну вы серьезно? Блять! Да, я продолжаю страдать этой херней. Да, у меня хомяк уже в ангаре. Да, у меня две засечки надули. И я вожу с собой половину боевой кладки голдовых снарядов. Но, сука, мастера у меня все еще нету. Я реально не знаю, ребят, что делать. Карта, конечно, такая себе, чтобы тут насветить. Еще и к девяткам кинула. Далеко не в топе я. Я бы даже сказал, в жопе. Врагов три арты. Что вообще просто прекрасно. Нет ничего лучше, чем на 69-ке ловить фугас от арты. В принципе, от любого фугаса тут полэкипажа просто тошнит. Особенно радисту везет. Если в тебя, то все, это ангар уже, считай, выписан. Ну и еще в засвете я уже. От кого непонятно, чего ждать, тоже не знаю. Просто постою здесь по трою. Подожду беглецов. Ну тут вечно на горочку кто-нибудь бежит такой, хитрожопый. Ну, чтобы мне сверху сейчас не насували, или в затылок, блять. Шкода, конечно, по мосту, но она вряд ли перебежит далеко. 49-ка тоже далеко. Кто здесь поедет? Мы как-нибудь дождемся здесь сегодня или... Вот он. На-ка. 400 не пробито. Как тебе, а? Как тебе? Конь, блядь. Педальный. Вот это... Ух, ёб твою мать. Мне ж туда. Сука, не поднимается у меня туда дудка, блядь. Ногу задрать. О! Ногу задрал. Давай. Подъезжай, блядь. 90-ик. Сзади никого. Сверху.
Обоссались? Не хотят лезть? Ну давай, высовывайся, Юр. У меня теперь дудка поднимается. Давай, давай, давай. Давай, кысь-кысь-кысь. Кысь-кысь. Кысь-кысь-кысь-кысь. Чё, блядь? Конь, ты не прихуел там? Куда мне там, блядь, попал-то, я не пойму. Ну и в дудку, походу, стрелял. Ему скучно там, блядь. Вот меня только дудку видит, блядь, и стреляет. Ну, тебе какой-нибудь мочить еще разочек. Давай, давай. Отставь, блядь, кусочек. Хуй тебе. Ух, ёпты. Чё? Слышь, крыса бешеная. Ты что, пробрался-то вообще? Он шотный прибежал, тыкву в затылок кинул, съёбывает. Не, братан, ты теперь не съебешься. Ну вы за что его, блядь? Я ж сам хотел. Я сам ехал, я уже практически был готов убить тебя. На. На. Всё, у меня больше ничего нету. Стой, охуевай, как тебе тут насували 400 урона. Безнаказанно. Дайте мне позиции. Охуенное место, кстати. Вообще насрать на всех. Все со всех сторон меня типа окружили враги, но никто не будет высовываться. Все боятся. Все не хотят получить пиздюлей. Кто? А, блядь, Шкода, ёбаный. Надо, надо, надо. Где-то под... Ух, кусочек. Сука, я камень убил, блядь. Камень. Я пристрелил камень насмерть. А рядом от смеха сдохла Шкода. Так. Свет получил, не получил? Не получил. Меня никто не светит. Опа. Дратути. Не пробито, блядь. Не пробито. Ебать, мне сапатник раскрасили зеленкой. Да, 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 да. Все, у меня последний шот, и ты в ангар. Огонь на поражение. Ну свою хпшечку-то я отбил. Уже полдела сделано. Теперь надо бы, блин, еще фрагов наковырять. Ёбанно. Ну, в принципе, радист уже насрать. Он контуженный и так уже, блядь. В принципе, он здесь не нужен этому танку. Я его даже лечить не буду. Просто, ну, смысл. Его, сука, только вылечишь, он уже контуженный. Он в наушниках какой-то тяжеляк слушает, походу. Где? Ух ты, блядь. Как скорбь-то убежал далеко быстро. Ну-ка. Блядь. Ну, пизда. То есть вот если бы я вылечил сейчас радиста, ему бы уже пиздец был. Его уже бы просто казнили. Я шотный. Чё мне терять? Не пробил. 490. Ебать, у него обида просто. У него просто, блядь, там еще арта. Она на КД. Этого гуся. Ебать, ты прилетел, блядь, друг. Я бы сам разобрался. Вот. Сука, жажда фрагов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охо! Охо. Охо-хо. Я бы даже сказал, блядь. Я туда не поеду. Не, братан, ты с 2%? Куда ты бежишь? Ты понимаешь, что тут охо! Охо, блядь! Охо-хо! Охо-хо. Не, ну мы как бы ведем. И арту арта забрала. Это вообще прекрасно. Но вот с этим охо-хо надо что-то сделать. Он меня ждет. Он меня выцеливает. Как бы у него КД там, в принципе, долгое, но я ему много на свадьбе не успел. Надо как-то похитрожопенькому его объехать. Ребята, вы подсветите, а я ему сейчас борт-то, блядь, пропылесошу. Краску ему поздираю. Пиздюлей-то я ему насую. Полный барабан, чё бы не насувать. ББшечки оставшись. На. И ещё на. Только ещё на. Блядь, он прячется. Ну не дали последний шот сделать, а? 2800. Песос. Реально. После 4200 я как бы... Ну, блин, арту бежать сзади забрать. Так ее заберут. Заберут же, правильно? Заберут. Я бы не добежал. Ну, как бы 400 урона добавить, это всего 3200. Блять, вот они 400 урона. Да как, сука, так-то? Блять. Еще и закатился. Блюдок. 2800. 2800. И 800 на света. Конечно, заблочил урона еще, косарь. По чистой случайности. Блять, ну жопу ему размазал. Это, походу, дело радист обосрался. Прям через щель, лучом по носу, как ебанул вверх. Еще бы столько фугасов рядом пиздануло, больше никого не зацепило, так ему досталось. Что, кстати, редкость. Видишь, радист тут контузия обосрался, полкарты пробежал, это конь педальный где-то лазит. Вот он, на сбрую намотан. Да как, блять?
На тебе, в затылок, сука. Ну не убегай, блядь, он убежал. Один шот. 182 урона. Ну дайте хотя бы 182 еще подсунуть ему. 182. Чуть-чуть, вообще, вот крапальчик. Прям пол шишечки ему, блядь, на пол карасика ему присунуть. Ну пидоры. Ну пидоры же. Сука, куда ты убежал? Ты все равно сдох бы, блядь. Вот. Ну не дадут же, мастер. Не дадут. Или дадут? Неужели? Гонец. Вот, кстати, непонятно, за что сейчас мастера дали. Это просто вот обычный бой был. Таких было, я уже не знаю, сколько штук. И дали 1185 опыта. За 4200 урона накиданного дали 1155 опыта. Там даже фрагов больше было. Короче, ВБР рулит. Но мне на самом деле плевать. Миссия выполнена. Продаю. И теперь хомяка обкатывать. А что касается канала, следующий выпуск будет уже новая танковая нарезка, потому что моментов там уже накопилось нормально. И после этого будет юбилейный 25-й выпуск, там, ну, небольшой для меня релакс, а для вас небольшой сюрприз. Также, кому понравилось, подписывайтесь, лукасы ставьте, там комменты пишите, и до встречи, пока!